Всем привет! Вы снова смотрите проект «За порогом». Поздравляю всех любителей путешествий с наступлением очередного теплого сезона, а это значит, что нас впереди ждет много интересных маршрутов. И чтобы к ним подготовиться, мы приехали в город Мелеуз для того, чтобы принять участие в соревнованиях по автотуризму «Белая река». О том, как это будет, узнаете из нашей передачи. Не переключайтесь, поехали! Соревнования проходили недалеко от города Мелеуза, в окрестностях озера Шагайка. Принять участие в них могли абсолютно все автолюбители, независимо от опыта и транспортного средства. Для этого были предусмотрены несколько зачетов в разных классах. Отдельно соревновались мотоциклисты и квадроциклисты, владельцы моноприводных и полноприводных автомобилей. Последние были разделены на классы «Стандарт», где могут принимать участие владельцы абсолютно любого автомобиля с полным приводом, и «Экстрим» для спортсменов, чьи машины оборудованы лебедками и специально подготовлены для бездорожья. Мы на нашем «Дастере» заявились в класс «Стандарт», где пришлось в основном соревноваться с более высокими «Нивами» на грязевой резине, что было, конечно, непросто. Состав участников соревнований самый разнообразный, как по городам, так и посредством передвижения. Есть даже вот такое вот чудо советского автопрома. Непонятно, как он дожил до наших дней, их не выпускают уже лет 25-30, но, надеюсь, у него тоже есть шансы на победу. Программа соревнований состояла из трех этапов. Длинная гонка, в основе которой лежит ориентирование, и участники должны собирать контрольные пункты, запрятанные в лесах, оврагах и болотах. Короткая гонка, где на небольшом отрезке расположены различные препятствия. И здесь в первую очередь важны мастерство вождения и подготовка машины. И слепое вождение, где решающую роль играет взаимодействие водителя и штурмана. В первый день нам пришлось участвовать в длинной гонке. Это 15 контрольных точек, разбросанных на дистанции примерно в 25-30 километров. Трасса была несложной, куда важнее было правильно расставить приоритеты и сделать выбор между скоростью прохождения и ценностью контрольных точек. Мы тоже не нашли. Это здесь показывает. Да, у нас тоже показывает. Показывает, что точка где-то здесь. Но мы ее не видим. А, нет, надо, чтобы точка видна была. Да, перевернем, да. Вот так. Стал. Позировать надо еще научиться. Не умеешь позировать. Так, даже по свету нормально. Да, нормально. Погнали. Ну, сейчас мы совсем к кому-то заедем. Уже заехали. Нет, не стоит гоняться. Балин. Там точно есть проезд. Запутали. Давай на следующий. Ну нет, давай выйдем обратно. Я думаю, сейчас ничего не будет. И помните, у нас длинные руки. We'll be right back.
14-я точка, осталось совсем немного. Финишная точка. Сбор точек окончен. Все, все точки собраны. Три точки мы так и не нашли. Дело за малым, осталось финишировать. Да? Да, две точки не нашли, точно. Представители класса «Экстрим» в это время на короткой гонке боролись с тяжелым бездорожьем песчаного карьера. То ли трасса была чересчур сложной, то ли уровень подготовки участников и машин не совсем соответствовал условиям местности, но своим ходом пройти всю дистанцию удалось лишь одному экипажу из Оренбургской области. Остальных пришлось эвакуировать при помощи более серьезной техники. Как проходила длинная гонка в классе «Экстрим», мы, к сожалению, показать не можем, потому что это было ночное ориентирование. Но, надеюсь, всем участникам понравилось. Сегодня мы проводим второй раз соревнования Мелеузовского района. Соревнование называется «Белая река», ну, потому что мы рядом с рекой Белой их проводим. И, как я уже сказал, это вторые соревнования, первые были в прошлом году в ноябре. Конечно, количество участников в этом году значительно больше, чем в том году. В этом году у нас 7 видов дистанций для всех видов автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Сейчас как раз вот за моей спиной проходит дистанция короткая на средствах передвижения мото. Квадроцикл один уже проехал, финишировал, сейчас на дистанции находится мотоцикл. Дистанции получились сложные, даже, наверное, дистанция автомобильная «Экстрим» получилась слишком сложная. Не рассчитывали мы, что она окажется непроходимой для большинства участников. Но в целом и зрители, и участники остались довольны. Мы получили бесценный опыт, который используем в следующих соревнованиях в конце октября. В зачетах мотоциклов и квадроциклов участников было, к сожалению, не так много, как автомобилистов. Но, думаю, те, кто не поленились приехать и принять участие, получили свою долю эмоций и тоже остались довольны. На следующий день нас ожидала короткая гонка. Трасса была вполне привычной для подобных соревнований, но отсутствие грязевой резины не позволило нам пройти участок с болотом. Другие экипажи справились с задачей достаточно бодро, эффектно и зрелищно. Впрочем, в этот раз мы не гонялись за результатами, а придерживаясь принципа «главное не победа, а участие», поставили себе главную цель – показать соревнование вам. Очень надеюсь на то, что она была достигнута. В целом соревнования прошли успешно, без неприятных эксцессов, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, что, к сожалению, иногда бывает на мероприятиях подобного рода, за что хочется поблагодарить как участников, так и организаторов. Это тур-клуб «Новые горизонты» из города Мелеуз, администрация и спорткомитет Мелеузовского района, а также участники уфимских клубов «Колея» и «Авантюра». К чести организаторов замечу, что перед тем, как принять гостей, они довольно тщательно очистили поляну от мусора, скопившегося там за многие годы. В любом случае, даже плохо организованные соревнования лучше тщательно продуманного сидения дома. Оффроуд фестиваль «Белая река» прошел на очень хорошем уровне. Не берусь судить за всех, но нам показалось, что и участники, и зрители остались довольны. А значит, следующий фестиваль должен собрать еще больше народу и пройти с большим размахом. Закончили соревнования «Белая река». Это было интересно, красиво и зрелищно. А впереди нас ждет еще много классных маршрутов. Спасибо за то, что продолжаете смотреть нашу передачу. Больше путешествуйте, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!